Очищение опор контактных сетей от листовок и незаконной рекламы – один из ежедневных ритуалов для сотрудников трамвайно-троллейбусного управления. Сейчас работами охвачены три района, в каждом из них находится депо. Придать Самаре опрятный вид очень важно, особенно в период генеральной уборки города и преддверии майских праздников. На балансе управления более 8 тысяч опор, порядка тысячи из них приведут в порядок на первом этапе работ. Сегодня сотрудники ТТУ трудились на территории недалеко от железнодорожного вокзала. Мы эти работы проводим с 1 апреля. В течение месяца до конца 30 апреля все эти опоры будут почищены, покрашены и обработаны антивандальным покрытием. Все остальные работы, уже, соответственно, они проводятся ежемесячно, ежедневно, можно сказать, в таком режиме. Где-то что-то подклеивают, мы очищаем. Сначала, согласно технологии, специалисты скребками, щетками и водой счищают старые листовки. Затем, когда все подсохнет, наносят специальную краску-серебрянку. В этот же день, либо на следующий, проводят финишную обработку антивандальным покрытием. Химический препарат распределяют по опоре в один или два слоя высотой до 3 метров. После застывания он образует тонкую прорезиненную пленку. Приклеить или закрепить скотчем бумажные объявления на ней становится гораздо сложнее. Специальное покрытие может выдержать до 20 механических очисток. Год точно держится. Ну, со временем там атмосферные, как сказать, влияния, они все равно приносят свое. А так хорошо действуют. Объявления снимаются хорошо. За незаконную расклейку объявлений налагаются штрафы. Чтобы бесплатно, а главное легально разместить частные объявления, предусмотрены информационные стенды. Их в Самаре более 700. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.